И можно попеть. Можно петь. Почему дома? Шепотом? Потому что с утра мы можем пока шепотом, а вот наша гостья может и в полный голос. Это здорово. Друзья, с нами на связи солистка Крымской государственной филармонии Динара Хафизова. Динара, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. А как там дела? Как настроение, находясь на самоизоляции? Настроение, конечно, весеннее, на улице прекрасная погода. Занимаемся, продолжаем заниматься, учим новый репертуар. А мне вот интересно. Конечно, много готовим. Мне вот интересно, погода за окном влияет на голос? То есть, если, например, за окном тучи, голос низкий, а если весна, птички поют и плюсовая температура, то голос высокий. Нет, ну безусловно, погода влияет на голос, настроение влияет. Но так как профессиональные певцы, которые трудятся день и ночь, они должны, несмотря на хорошую погоду, плохо тебе, хорошо, встать, заниматься и вновь трудиться, ребята. А по поводу, говорите, вот новые произведения, какие? Что за программу готовите? На произведение кого? Классика, оперетта, немецкая, русские композиторы, романсы. Что, к чему готовитесь? Готовимся у нас, должен у нас, так как абонемент еще не исполнил нашу программу, Лигар программа, это юбилейная программа Франца Лигара, так как в этом году у него юбилей. Мы достаточно большую и красивую программу готовим в филармонии, где будут звучать большие произведения красивые Франца Лигара. Приходите, друзья, обязательно, мы вас очень ждем. Как только все закончится, надеемся, что это закончится поскорее, и с удовольствием придем в филармонию. Что сегодня исполните? Что будем слушать? Друзья, я хочу вам всем пожелать, конечно, крепкого здоровья. Сидите дома, как говорил царь Соломон, и это пройдет, все пройдет. Ну и, конечно, не грустите. А песню какую? Песню? А песня как раз о том, чтобы мы не грустили. Я к чему это все? Все, я понял. Тогда мы слушаем. Не грусти, что друг от друга мы вдали. Не грусти, что нас бураны развели. Не грусти, что в разных мы концах земли. Не грусти, а все равно с тобой, любимый. Всегда в земле, а ты сияешь лед звезда. Всегда к морям, а ты движет в ручьях вода. Вот так и я всегда с тобой, всегда, всегда. Друзья, всем привет, не грустите, там уже встреч. А вопрос Браво. Сразу же, с утра, как поется-то, находясь дома, видя солнышко только через окошко, связкам комфортно, уже распелись. Ну, вы знаете, я поддерживаю форму, кто-то занимается спортом, а я очень активно поддерживаю упражнениями, делаю много-много дыхательных упражнений и всем советую для того, чтобы поддержать форму вокалиста. То есть ваши соседи каждый день, каждое утро рады красивой музыке? Да, я воспитываю нашу... прекрасных моих любимых соседей, но немного, конечно, мучаю. По-моему, им нравится. Спасибо большое, хорошего дня. Спасибо. Да, ну и напомню, с нами на связи была Динара Хафизова, солистка Крымской государственной филармонии.